Вы настолько были деликатны, что вы даже лишний раз телефонным звонком не хотели тревожить свою любимую женщину. Да, я считал, что не надо быть слишком настойчивым, нужно деликатно, надо. Постепенно. Николай, теперь слушайте меня. Значит, женщину нужно домогаться в лифтах, в подъездах, в магазине, в рейсовом автобусе, в такси. Нужно все время домогаться и приставать. Мы любим, когда нас хотят, когда нас желают, когда нас обожают. Мы лучше будем говорить: отстань. Надоел, паразит, понимаете? Но когда нам не звонят вот за это, мы думаем: боже мой, что с нами? Начинаем худеть, начинаем перекрашиваться, что-то начинаем с собой делать. А вы просто, ну это мамочкина программа. Мамочка плачет, мамочка страдает, лучше мамочку оставить в покое, не трогать. Трогайте, хорошо? Хорошо. Знаете, побеждает кто? Вот тот, кто активный, как это ни странно. Понимаете, два парня ухаживают за одной девушкой. Один весь из себя прекрасный, умный и талант. А женится тот, который наглый, который схватил за одно место. На всю страну актриса Гузеева учит героя трогать женщин. Да, мы трогательные, мы это любим. И еще мы прижимистые. Мы любим, когда к нам прижимаются. Она такая классная вообще.